Всем привет! Сегодня хочу наглядно вам показать, как наши капсулы HDO Premium Магний Водород выделяют водород в кислоте, а именно в желудочном соке. Вместо желудочного сока я буду использовать лимонный сок. И я недавно приобрела такой вот прибор. Это H2, ОВП, pH и температура-измеритель. Вот вы видите то, что здесь показывает температура. MV – это ОВП. Дальше PPB – это показатель водородный. Это еще один водородный показатель PPM. И pH. pH – это кислотность, все знают, наверное. Щелочная или кислотная вода. Давайте начнем. Так, в стакан я наливаю воду. Это вода фильтрованная. Так, теперь замеряем. Так, видно, да? ОВП показывает плюс 154-153. Так, здесь тоже замерим. Точно так же. Теперь водородный показатель здесь посмотрим. 0. Еще один водородный показатель 0. И pH. pH 8 и 9. Здесь давайте тоже. pH 8. Ну, в этом же районе. Так, ОВП 166, 165. Водородный показатель 0. И еще один водородный показатель тоже 0. Так. Теперь берем капсулу H2 Premium Магний Водород. Еще самые главные показатели, которые будут показывать действие водорода, это ОВП и H2. Температура, pH нам не так сильно важна. Добавляю лимонный сок. Вот видно, наверное, как уже вода начала пениться. Пошла реакция. Так, во второй стакан я тоже добавлю лимонный сок, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это именно водород меняет так показатели воды. Так, давайте замерим. Включим вот этот показатель. Вот. Ноль стоит. Вот, сразу. Минус 480. То есть, когда ОВП жидкости он выше, получается с плюсом, плюс 200, плюс 300, это уже вода, которая обладает не очень хорошими свойствами по отношению к нашему организму. Так, посмотрим показатель водородный. 1310, тоже поднимается. По мере того, как магний водород растворяется, поднимается и показатель водородный. Еще один показатель водородный, 1331. И pH. Ну, вода у нас кислая. Так, теперь смотрим здесь. Выключаю, обратно включаю и погружаю. Смотрите, как стремительно. Не видно, да? Как стремительно падает. То есть поднимается ОВП. Вначале у нас было где-то 100, ну где-то 140-130. Это не хорошо и не плохо. Такая вода нейтральная называется. Она не имеет никаких свойств на наш организм. Такую воду можно пить. Но воду, вода такая не приносит никакой пользы нашему организму. Просто мы как бы утоляем физическую нашу потребность. Плюс 120. Так, водородный показатель 0. Еще один водородный показатель тоже 0. Ну и pH, так как вода у нас кислая. Так, этим экспериментом я хочу сказать, что наши капсулы H2 Premium Магний Водород действительно выделяют водород. Вот такие капсулы внутри содержатся металлизированный магний лат, который при взаимодействии с желудочным соком выделяет водород. У кого снижена кислотность желудка, тем я рекомендую обязательно запивать данные капсулы лимонной кислотой, либо яблочным уксусом. Такого препарата еще нигде нет, кроме Японии, Америки и нашей компании. Поэтому все, кто сомневается, вы видели сами, то, что наш препарат действительно выделяет водород. Водород – это самый мощный антиоксидант. Вообще, хочу сказать, то, что отрицательное ОВП, минус 400, минус 500, минус 600, это говорит о том, что данная жидкость является антиоксидантом за счет того, что в ней присутствует водород. То есть водород имеет антиоксидантную способность, борется со свободными радикалами и нормализует, восстанавливает окислительно, восстановительный потенциал нашего организма. Водород – это самый мощнейший антиоксидант на сегодняшний день. Он мощнее витамина С, мощнее коэнзим Q10, так как он имеет самую маленькую молекулу, которая может проникать в самые труднодоступные места нашего организма, в каждую клеточку через клеточную мембрану, куда не имеют доступ остальные антиоксиданты, и там уже выполняет свою работу.